приготовим вкусный быстрый ужин. Берем куриное филе, режем на кубики, тут примерно 400 грамм, солим, перчим по вкусу. Добавляем картофель порезанный на кубики. Сверху выкладываем брокколи, у меня замороженные. Сверху выкладываем кружочки помидора. Для соуса понадобится 2 столовые ложки сметаны, 2 яйца, соль, перец по вкусу. Добавляем также любимые приправы. Выдавливаем один зубчик чеснока. Все тщательно перемешиваем и выливаем в форму. Сверху посыпаем тертым сыром, у меня примерно 70 грамм, и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 50 минут. Проверяем готовность картофеля зубочисткой. Вот что у нас получилось. Попробуйте приготовить это очень вкусное, простое блюдо.